Здорово, друзья! На своем канале я уже не один раз рассказывал о таком виде заработка, как безопасные IEO на бирже Инанома, в которых сведен к минимуму риск инвесторов благодаря выставлению биржей страховочного ордера. Например, последнее из таких IEO проходило 24 сентября, и в нем продавались токены ANG от собственного проекта биржи Инанома Ina Games. И даже несмотря на то, что в этой распродаже страховочный ордер не выставлялся с самого начала, торги все равно были успешными. И сейчас токен ANG торгуется примерно на 20% выше начальной цены. А все потому, что многие инвесторы реально заинтересованы в платформе Ina Games и ее токенах. Поэтому скупают их в больших количествах на долгосрочную перспективу. И это неудивительно, ведь платформа Ina Games и ее токены позволяют на регулярной основе участвовать в подобных безопасных IEO, которые будут проводиться в игровой форме с дополнительными механиками, стимулирующими рост цены токенов. Помимо этого, на Ina Games также будут представлены и другие виды азартных игр с различными механиками, нацеленными на извлечение прибыли из торговли токенами. Но насколько я понял, основной фишкой Ina Games будет именно формат игровых распродаж токенов, который будет называться EGO, то есть Exchange Game Offering. И проводиться он будет в рамках игры Fastest Traders на платформе Ina Games. Преимуществом участия в таких распродажах будут не только различные стимулирующие механики, но также и гораздо большая частота их проведения по сравнению с обычными безопасными IEO на бирже Инанома. Ну и разумеется, что для участия во всех распродажах и играх на Ina Games пользователям нужен будет токен ANG. Собственно, именно поэтому инвесторы и проявляют к нему такой интерес. Даже несмотря на то, что платформа Ina Games еще пока не запущена. Как заявляют разработчики, запуск Ina Games произойдет уже в этом месяце, то есть в октябре. Однако, даже до официального релиза пользователи Инанома смогут принять участие в, так сказать, тестовой версии распродажи формата EGO, которая будет проведена пока что на самой бирже Инанома. Данная распродажа начнется 15 октября в 15:00 по московскому времени. В ней также, как и в других безопасных IEO, будет выставлен страховочный ордер. Однако отличительной механикой формата EGO будет частичный выкуп токенов через рыночный ордер, который будет осуществляться в рандомное время 5 раз в сутки. То есть изначально, когда все токены от данной распродажи будут проданы, биржа выставит страховочный ордер на 100% проданных токенов по их стартовой цене. Но на протяжении 2 дней, 5 раз в сутки, 10% от этого страховочного ордера будет выделяться на выкуп токенов по рыночной цене. Что безусловно будет стимулировать активность трейдеров и заставит их не просто сливать токены в самом начале распродажи, а оставлять их для дальнейшей продажи по более высокой цене. Такой формат будет тестовым, и в будущем на платформе Ina Games будет использоваться помимо этого формата еще и другие механики стимуляции цены продаваемых токенов. Что же касается деталей самой распродажи, то начнется она 15 октября в 15:00 по МСК. Пройдет она на самой бирже Инанома, и продаваться в ней будет токен FTT. Для участия вам потребуется только создать аккаунт на бирже, используя email или телефон. Никакой проверки документов проходить не потребуется. Всего в ходе данной EGO распродажи будет реализовано 1000 токенов FTT по начальной цене в 100 токенов ANG с лимитом до 20 FTT или 2000 ANG на одного трейдера. Да, эта распродажа, как и все последующие игры на Ina Games, будут вестись именно с использованием токена ANG. Поэтому, если у вас их нет, то вы сможете купить их за биткоин на бирже Инанома. Честно сказать, данный формат выглядит крайне необычным. И мне очень интересно, как же будет проходить в этот раз IEO на бирже Инанома. Поэтому, скорее всего, я буду принимать участие в этом раунде распродажи EGO. Если же вы хотите поучаствовать в такой необычной распродаже, то ссылку на биржу Инанома и все необходимую информацию я оставлю в описании под данным видео. Ну а если у вас возникнут какие-то вопросы, то вы всегда их сможете задать в телеграм-чате биржи Инанома. Ссылку на него я также оставлю в описании. И подписывайтесь на их телеграм-группу, ведь они проводят часто конкурсы, и также вы будете всегда оставаться в числе первых, кто будет узнавать актуальные новости от биржи Инанома. Ну что ж, а на этом у меня все. Зарабатывайте на IEO на Инанома. Покедова!